Праздничный стол накрыли не ради съемки. Гостям здесь всегда рады. Представители Азербайджанской национальной культурной автономии Ленинского района частенько встречаются за чашкой чая для решения больших и малых дел. Собираемся все вместе. Единолично никто ничего не решает. Вот мы собираемся, думаем, что вот этому товарищу нужно помочь. У этого кто-то умер. Должны все прийти, прибыть. У этого свадьба, должны пойти поздравить. И что-то такое отметить, что это от национальной культуры. Потому что народ должен знать, что есть своя, своеобразная национальная культура, которую нужно сохранять, приумножать и передавать. Именно за одной из таких бесед и родилась идея представить работу национальной культурной автономии на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». А гордиться есть чем. Это и участие во всех значимых культурных событиях района, и организация собственных мероприятий, и, конечно, сохранение памяти о великих земляках. На Леонтьевском переулке был там открытие мемориальной доски нашему великому Магомаеву. Я вообще, ну, фанатка нет, я поклонница Муслима Магомаева. Значит, 75 алых роз мы понесли, вот это привитые алой лентой. И вот его слова, что «Мать моя Россия, отец Азербайджан» – наш девиз. Такое же название получил проект, представленный на премию. Азербайджанская национальная культурная автономия появилась в Ленинском районе 5 лет назад. Главной своей задачей эти люди видят воспитание подрастающего поколения в уважении к своей родине и своей национальной культуре. Все мы должны стараться для этих наших внуков, внучек, сыновей, которые получили воспитание именно в Ленинском районе. Старейшины, собравшиеся за столом, говорят с акцентом. Все они приехали в Россию еще во времена Советского Союза. Но теперь их судьбы и семьи неразрывно связаны с этой землей. А себя они называют не иначе, как россиянами. У меня 4 детей и 7 внуков. Они все родились здесь, здесь в школу ходили, здесь в садик ходили. Они здесь воспитываются. Никакой разницы не должна быть здесь, национальность. Потому что у них половина русские, половина азербайджанцы. Руководитель автономии Мамед Мамедов работает в общественной палате муниципалитета. Одним из приоритетов в деятельности объединения является оказание адресной помощи не только членам национально-культурной автономии или бывшим соотечественникам из Азербайджана, но и другим жителям Ленинского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нам нет разницы, азербайджанец, армянин, узбек. У нас мы дружно работаем, как будто одна семья. У нас такие смыслы, у нас душа такая. Члены Азербайджанской национальной культурной автономии не привыкли сидеть сложа руки. Очередной проект, который задумали общественники, посвящен памяти их земляка, также жившего в Ленинском районе, Эдуарда Кадырова, милиционера, погибшего при исполнении служебного долга. Мы поедем сначала к их родителям, а потом я уже пойду в МВД, согласую чемпионат по нартам. Вас тоже всех приглашаю. За чашкой чая в неспешной беседе эти люди обсудят еще немало дел, которые помогают сделать этот мир лучше. Люди, для которых мать Россия, а отец Азербайджан. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.